Я все думаю, Лех, почему у тебя здесь отношения не строятся? Ир, ну, хватит, ну, елы-палы. Оказывается, все потому, что у тебя уже давным-давно все хорошо. Да, вот давай, приберись тут. Чей-то романтик вчерашний. Ну, скажи мне, пожалуйста, Лех, правда это, нет? Потому что я уже, если честно, теряюсь. Столько новостей, столько событий. Что серьезно, интим с Ринсаной? Ну, давай, не томи. Ой. Мы скрывали это. Мы это скрывали, Оль. Ну, я не знаю, почему она, Ирсана, это рассказала Алсу. Я вообще не понимаю. А как тебя вообще черт туда дернул? Или ты всегда хотел постарше женщину? Как вообще так получилось? Можешь мне объяснить? Ой, раз уж все, когда все всплыло наружу, расскажи. Когда мне говорила о том, то, что ну, 9 лет нету, я как бы такой человек, что я просто так не могу. Да, я реально. Ну это не смешно, Оль. Ну правда. Ты захотел подарить ей счастье. Оль. Тебе стало ее жалко, да? Я не знаю, у меня сердце стало кровью вливаться. Я сам представил себе 9 лет без секса. Подожди, я хочу понять, ты что, гуманитарную помощь оказываешь Ринсане? Или вы любовники? Кто вы друг другу сейчас? Она моя девушка. Ну подожди, а что, взрослая женщина не может быть? Не может быть счастливой, что ли? Она может быть счастливой, ну, мы за то, чтобы она была счастливой. А как вообще вы смогли так шифроваться, я не могу понять. Мы вообще даже не подозревали, когда вы успевали проводить время вместе. Когда ты уезжала, и она была на выходном? Оль, если честно, она и это тоже было, ну, когда на выходных. И я за три месяца ни разу не запалиться, и невозможно. Как бы плохо смотрите за камерами. Понимаете? Вот что-что, за камерами очень хорошо. Но я к тому, то, что и на стоянке достаточно 15 минут побыть вместе, понимаешь? Вот здесь, и на домушке. И в больнице она тоже навещала тебя? Я, если честно, ну, раскрою секрет вам, я уехал на 4-й день оттуда. 2 дня. Кришки? Да. Мы с ним вместе были, мы снимали квартиру. Вы уже снимаете квартиру? Ну, мы сняли, да, на 2 дня квартиру, как бы, и все. Хорошо, у меня нескромный вопрос. Ты как ее называешь за периметром? Там, малыш, малыш, киса. Малыш? Да. Она мне пушок. Там, то, что когда гладит, да, здесь у меня волосы, она пушок. Она тебе называет пушок, а ты ее малыш? Да. Ну, Лев, если честно, я счастлива. Не, ну, мне кажется, подожди, счастье, любая женщина в 47 лет имеет право на счастье. Нет, а Ринсана, она прекрасно выглядит. Она выглядит прекрасно. Она шикарная. Ну, и она все сделает для того, чтобы завладать альфа-самцом. Понимаешь? Она все сделает. И фигурка тебе фигура нравится? Фигура потрясающая. Да? А в постели? Огонь? Огонь. Левица. Левица, это серьезно говорю. Реально? Это, вот так вот со стороны не скажешь. Но там такой огонь, Оль, ты то просто не представляешь. У меня больше после этого нет тебе вопросов. Я хочу дождаться возвращения малыша, и чтобы малыш и пушок признались в этом уже на лобном месте. Ты залезла, ты сидела. Меня отдыхает.